Еще каких-то 15 лет назад, чтобы получить документ, нужно было обойти пороги ни одного кабинета, потратив кучу времени и нерв. Благо, это уже в прошлом. Сегодня сотрудники МФЦ отметили профессиональный праздник и одновременно день рождения. В республике МФЦ появился 29 июля 2008 года. Анна Павловна – одна из тех, кто стоял у самых истоков. Тогда никто не понимал, что такое принцип одного окна, что такое МФЦ. И мы сами вместе с коллегами, кто пришли работать, начинались и учились всему. Потому что это было в диковинку не только для нас, но вообще для всей страны. Что касается сейчас, наоборот, к нам охотно идут люди пожилого возраста, потому что, опять-таки, это уже привычка, это стало привычной системой, то молодежь, конечно, больше уходит в цифру. Анну Павловну, а также других сотрудников МФЦ отметили различными почетными наградами от правительства Бурятии, Народного Хурала и мэрии Улан-Удэ. В МФЦ республики, к слову, ежедневно обращаются примерно 6 тысяч человек. Среди почетных гостей были и те, кто сделал очень много для того, чтобы центр в принципе появился. Мы выиграли конкурс более 200 миллионов рублей для того, чтобы построить такой многофункциональный центр. Но одно дело его построить, а другое дело организовать работу, да, то есть систему управления. И, конечно, поскольку не было опыта в России, это была возможность, что называется, на ощупь создавать эти алгоритмы отношений между органами власти и теми услугами, которые предоставляются. Получить можно более 200 государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. Большинство из них вне зависимости от места пребывания и проживания. Я хочу поблагодарить, Виктор Вильсонович, вас, коллектив многофункционального центра, за проведенную работу, за тот труд ежедневный, сложный. Хочу поблагодарить, поздравить с 15-летием. Ну и, конечно же, пожелать дальнейших успехов и плодотворной работы. Сейчас в Бурятии в МФЦ работает 439 человек. Всего есть 25 многофункциональных центров. 3 в Улан-Удэ, 1 в Северобайкальске и 21 в районах. Кроме того, есть также 162 территориальных подразделения. Всего с начала деятельности МФЦ в республике зарегистрировали около 18 миллионов обращений. Нурсебеданов, Артур Зержевич, телекомпания АТВ.